4 очка в 5 матчах. Насколько считаешь удачным его для себя? Думаю, сыграл нормально. Самое главное, команда прошла дальше. Сейчас уже индивидуальные очки не имеют значения. Самое главное, команда. Походу, цена они тоже не имели значения, потому что зимой была информация, что тебя в салат могут обменять. И ты после этой информации там 10 матчей, 10 очков набрал. Дубль для авангарда сделал. Значит, так получилось. Это как был каким-то катализатором? Я не читаю новости, так что я не следил за этим. Спасибо. С кем играл сезон сложнее, с Магниткой или с авангардом? Кто, может, запомнился больше? Да, две хорошие команды. Как я помню, Омску две проиграли, мы Магнитки две выиграли. То есть... Я не думаю, что эти игры будут похожи чем-то. Все команды будут биться. Я думаю, простых игр сейчас уже не будет. Угу. Насколько важно было вот именно выходные закончить, чтобы там неделя была до перерыва, до следующего раунда? Ну, приятно иметь выходной, а не лететь в Хабаровск. 7 часов туда, 7 обратно. То есть, я думаю, мы отдохнули. А позавчера восстановились. И сейчас с новыми силами, с новыми эмоциями рвемся в бой. У вас есть на телефон овечка действующий? Да. Скинули смс-ку? Скинул, поздравил сегодня с утра. Как, в общем, прокомментируете, да? Все-таки вы играли с ним какое-то время. Да, последний большой мастер, да, я думаю. Сейчас мало таких игроков в лиге, которые по числу проведенных матчей, такая статистика и столько голов. Дай бог ему здоровья и успех в этом году. Главный тренер, как будете поздравлять? Еще не знаю. Я думаю, ребята что-то решили.